Да, тяжело сегодня будет. Поселимся на ровном месте, можно сказать. Когда нету льда, это, конечно, не представляет никакой трудности. А сейчас такой лед, он и не держит. Проваливаешься и достаточно толстый, чтобы мешать движению вперед. В общем, как говорится, что заказали. Боль. Страдания. Как мы любим. Дорубились до какого-то озера. Но, увы, мы тут не поплывем. Надо искать дорожку другую. А? Что? Ну прям по ширине машины какой-то. Или болотохода. О, красиво. Страшно красиво. А вот, по-моему, речка, да? А вот речка. Что по речке? Еще раз так по грудь просто. Возможно, все возможно. Давай. Лебеди. Вот тена. Вот тена, метр шириной. Слушай, ну, тут еще какая-то попривна. Да, коряга там какая-то есть. Ой. Это можно одеться и остаться. Но дно есть. Дно есть. Вот еще одно. Как будто мост какой-то был тут. Может. Что-то перекинули. Костя, а мы поедем, да? И на это оденемся. Мордой, да, и мостом оденемся. Надо где-то лево-право попробовать. Вон, смотри, там вот дальше. Вроде узко. Да везде. Одна глубина? Еще одна. Ты ж как меньше воды. Я думаю, что там где-то вот озеро. Вот там вот. Наверное, шире от всех. А-а-а. Очередной брод. Да. Куда-то квадроциклетный след-то уходит. Узко. Блин, тут нереально. Проходили немного, наметили маршрут движения по болоту, чтобы добраться до маршрута, который мы прокатали в прошлый раз. Нам надо соединить маршруты так, чтобы начиналась она в одном месте, а выезд был в другом, чтобы не надо было туда-обратно кататься. И вроде как бы это возможно, но это не точно, как обычно. Сейчас поедем, посмотрим. Нам нужно какие-то механизмы лежат. Какая-то добыча чего-то явно здесь была. Было за эту траекторию. Потому что там вырванное дерево всегда глубоко. Mm. Замещение корней, водой и говном. Ну давай. Я думаю, тебе
Я предлагаю залебедить. Да вон, за любое тебе надо чуть-чуть. Прилипли в самом въезде болота, и это только начало. Можем, конечно, назад залебедить себя, но ехать-то надо вперед. Выбрались из болота, вытянулись, продолжаем дальше движение. По замерзшему ковру идем. А что это за звук-то? Кардан снять? Можно кардан. Оторвали крепеж бака. На 14, наверное, головку надо. Так, а не вставить его обратно? А где он был-то? Где он был-то? А, это был крючок. Ага. Крючок, зацепленный вот там за раму. Так. Надо на 17, ага. Головку длинную, ага. И на 14. Она сейчас достанет. То есть, получается, бак подтянуло вверх и зацепило, еще такое? Ну, видимо, да, может, льдом выкорчевало быть. Да, лед такой, да. Иди сюда, говорит. Бак, следуй за мной. Может быть, он и якорил нас сейчас. Может. Вполне вероятно. Начинается бак в салон. Подержи тут это. Сейчас иду.
надо эти 500 метров как-то преодолеть. Вот опушек леса, нам надо туда в лес. Но прям параллельно по этому опушку проходит ручей, который надо будет пересечь. А еще другая проблема в том, что ну пересекли мы, и что дальше? Что дальше? Не факт, что мы можем по уже другому сторону речки продолжать движение. Но лучшие друзья джиперов это квадроциклисты. Поэтому можно уже по какой-то траектории двигаться. Гадать проще. Но мы не такие узкие, поэтому не всегда нам это помогает, эти следы. Хочу сказать, что такого формата выезд, разведка, изучение дорог крайне захватывает. Вот прямо мечта детства, знаете. Только в этом случае мы не кладбищем. И, надеюсь, не берлогу медведя. А дорогу для будущих покатушек. И первопроходцам в одной машине прямо очень-очень захватывающе. Вот мы подошли уже к ручейку и к опушке. А сейчас нас здесь ждет маленький, но очень коварный ручей. Попробую пройти по нему и телефон не утопить. Блин, как-то так. Давай размотаем. Ну подъезжай поближе, перекинешь меня на эту сторону. Сразу же решили трос размотать. Давай. Не, ну ты, я думаю, заедешь, сколько заедешь, а там уже зацепим. Потом зацепим? Ну да, упади сначала. Чем быстрее я смогу вытянуть на жизнь, лучше. Поэтому, я думаю, лучше зацепить сразу за то дерево наверх. Давай. А здесь хорошо. Сам проехал. А? Провалился. Сейчас погодь чуть-чуть. Дерево мешает. Речку-то мы перебрались, но... Ну, однако, не можем пробиться в лес.
чтобы замкнуть маршрут. Очень густой лес. Ну как, очень густой. Мы не дровосеки, не потянем. Неужели придется грести обратно? Приняли решение развернуться, поскольку просвета не видно. Ехать дальше в надежде, что просвет будет. Учитывая, что темнеет, смысла нет, поскольку, судя по спутниковым картам, пилиться еще достаточно долго, может часа 4 еще. А если все-таки просвета не будет, то возврат еще осложнится. Ну и еще тот момент, что в ночи рубиться это, не знаю, четвертное или пятерное удовольствие. Кажется, мы близки к победе. Да, это не точно. Нам нужен свет. Очень много света, вообще ничего не видно. Я же, конечно, про улицу. Пилу надо беречь. А? Топливо надо беречь в пиле. Надо. Да, да. Слушай, а если здесь перееду? А, да. Нет, нет, достаточно. Нашел дорогу ночью в лесу. Надо соединиться. Вот это мы сейчас блуждаем. Вот это вот раньше, то, что в прошлый раз трек записали, вот сколько там метров. Это 50, наверное, 70 осталось. Это нам не придется разворачиваться.
попробуй направо выезжать, не надо через это дерево. Высоко. Направо? Коробка сказала, не шагу назад. Сказала, да. Масла не хватает здесь, что ли? Нет, я думаю, не масла не хватает, а его раскорячило. И съехал, что ли, селектор. Не знаю, хотя здесь он. Видишь, датчик, то есть работает. Ну дай газ, больше. О. Масло? Масло. Там дерево уже. Давай еще. Давай. Ребят, знаете, сколько нам осталось, чтобы соединить точки? Где там? Вот столько. Я уже не могу, все. Я вымер. Но мы практически это сделали. Осталось последние несколько деревьев переехать. Что-то засели. И все. И дальше немного страдания. И наш маршрут закончен. Было лучше, по-моему. Давай, дорогой. Детский сад. Это что было?
Слышал? Ледина в вентилятор взлетела. Ой, вырвались с одного плена. Сейчас пойдем в другой. Флешбэк, блин, на Ладоге была такая тема. Так, где у него начало?